В ближайшее время перинатальный центр на 130 коек и 100 посещений в смену, построенный на Зране, дополнительно получит новое медицинское оборудование и несколько реанимобилей. Об этом заявила руководитель Минздрава Мария Марабханова в ходе выездного совещания. Параллельно с решением вопросов ввода будут проводиться работы по строительству ограждений, гаражей, пропускных пунктов. Сейчас, согласно утвержденному плану графику, устранены практически все просчеты, допущенные при строительстве. Специально для этого была образована рабочая группа. Все пусконаладочные работы планируют завершить до 16 мая. В ходе совещания лидер республики отметил необходимость ускорить процесс по всем направлениям, консолидировать усилия и имеющиеся ресурсы всех задействованных министерств, ведомств, надзорных органов, ну и работать сообща.